И всем привет, дорогие друзья, с вами Дёниш Чат. И сегодня мы продолжаем играть в SnowRunner. И это наша пятая часть по заданию доски без бревен. Осталось нам провести короткие бревна. Повезем мы с вами на ZX605R. Первую партию средних бревен. Прицеп подкрепить не получится, я уже пробовал. То есть слишком выпирает. Цепь некуда напиваться. Поедем к ванне. Значит, мы тут. Просто объедем это дело. Либо даже можно не тут, а вот здесь. По дороге вот так вот объехать. Наискосок. Прямо и туда. А на карте Vera Hills мы поедем вот так. Проедем через вот это просто ради забавы, ради развлечения, разнообразия. Вот бродов вроде здесь нету. Вот и поедем по асфальтику вот сюда и как-нибудь тут вот так поедем, вот так выйдем туда, то есть чтобы было на что посмотреть. Так, поехали. Мы будем тянуть время. Время у нас ограничено одним часом. Уже полторы минуты прошли. Так, ну что, полетели. Так, время. Все хорошо. Итого. Итого. Нам осталось привести еще по разу. Думаю, с этим уже будет покончено. С этими доски без бревен нам будет доступно средние доски. То есть там производство средних досок. Я надеюсь, не надо будет привозить бревна, если надо будет, то пиздец. Потому что далеко очень возить. Очень долго и далеко. Ну, ладненько, в общем. Будем потом завалы расчищать, мосты делать, то есть все как надо. Все как и должно быть. О. Давай, Маня. Кстати, с дополнением Jack of что-то там Reds можно на вот эти мазы и на БТР ставить шины другие. Но есть ли смысл? То есть нарушается вид машины. Да, проходимость будет хорошая, но вид изменяется. Я тут решил, что я не буду менять ни на вот этом, ни на мостодоме, ничего, ни на батарее, а только вот на грузовиках, которые обычно стандартные грузовики. Так, куда тут поехали? Также еще что я взял? Взял Алматинскую область. Вот эту карту. Здесь, значит, у нас две. Ну, она небольшая, по сути. Ну, контактов немного, собственно. То есть просто одна карта. Я думаю, никаких проблем не будет это все сделать. Вот. Зам откройся, камень за камнем, блоки сланца таскать, я не знаю, что там они как. В общем, ну и поручения мы еще не знаем. Мы еще их не видим, то есть поручения не видно. Размер карты также неизвестен. Плохо, что она одна. Ну, мы обязательно туда окунемся после прохождения Каролины. Главное пройти Северную Каролину полностью. За исключением испытаний на время. То есть на время будем потом отдельно
пытаться проходить при желании. Пока у нас только контракты до поручения. Так, мы едем. По дорожке, которую мы уже изъездили 200 тысяч раз. Ну нет, не 200 тысяч раз, конечно, ну, блядь, подвеска вышла немножко с прочностью колеса. Бля. Давай, рулить, пальцем, что-то. Не рулить, ну. На МАЗе вообще прекрасно выполняет, что он спокойно едет, его не перевернуть, как некоторые другие машины, абсолютно не перевернуть, он устойчив даже на склоне 45 градусов с грузом, все, вообще никак его на бок не положить из-за особенностей подвески. Ну и едет он достаточно шустро. Ну, конечно, не так шустро, как некоторые вездеходы поменьше размером, но нормально он едет. Но когда пройдем все регионы, к тому времени, может, еще выйдет уже и 14 сезон, то есть 13, 14, 15, 16, и там должно быть 13, 15, 16, да, 14 до 16, может быть, уже выйдет, не факт. Никаких гарантий нет, потому что вот сейчас вышел Казахстан только-только, буквально, вот, недавно, да, он вышел, в начале июня вроде вышел. Вот. А мы еще проходим только 12-й, и нам нужно пройти 12-й, 11-й, 10-й, 9-й, 8-й, 7-й, 6-й. 5-й, 4-й, 3-й, 2-й и 1-й до конца. То есть до хрена еще, просто до хрена всего. И, возможно, 13-м займемся. Либо мы пройдем 12-й и займемся 13-м, потому что ну тут явно немного делать. Надо еще машинки забрать, скорее всего, да, мы пойдем 13. Хотя еще и в 11 машины не все найдем. Вот, Бурлак там где-то должен быть. Ну, время будет, обязательно сделаем.
Возьмемся, так сказать, за SnowRunner плотненько. Сюда направо. Короткие бревна. Ну а вторые короткие бревна там уже подготовил. Поедем на Мастодоне. Тоже на Мазе. Поедем тоже с комфортом. Спокойненько, аккуратненько довезем. Так, уже 10 минут прошло. Может даже меньше часа получится серия, ну да ладно. Значит, мы сейчас едем сюда, забираем, потом мы едем через вот этот городок. И давайте, знаешь, даже прокатимся, исследуем, то есть до вот этого задания. Потом вернемся на асфальтовую дорогу, где-нибудь тут, да? Поедем сюда, по асфальту, сюда, потом сюда, сюда, выйдем сюда и да. И все хорошо. Поехали. Чтобы немножечко вытянуть, может, до часу. Может, мы даже быстрее проедем, не знаю. Ну, на Мазе мы должны проехать везде. Я уже здесь. Где вот на других машинах мы застревали, вставали, мы просто едем. То есть ему пофигу. Можно ехать от первого лица, как бы от руля, от кабины и не париться абсолютно. Да, мы загрузимся, конечно. Будет он немножечко помедленнее чуть-чуть, но пока мы прям как танк. А на Казахстане нам нужно забрать плад 450 и какой-то скаут. То есть блин, какой-то что-то там. Что-то типа тигра нашего. Вроде. Ну так, картинкам было не особо понятно. Надо по при просмотру посмотреть. Так, короткие бревна нам нужны. Грузовик. Угу. Вот они, какие короткие бревна у нас. Места под прицеп нет. Здесь карьер. В Казахстане тоже вроде какой-то карьер. Я вот этого не знаю. Размер карты тоже есть. Ну, может быть 2 на 2, но видите, одна. То есть у Saber какая тема, да? Вот помните регион Теннесси, да? Там тоже одна карта. Большущая. Одна большущая карта. Потом регионов с одной карты не было. Сейчас опять. Регион с одной карты. Потом выйдет, возможно, два региона с двумя картами. И в 16-м будет регион с четырьмя картами. Ну, возможно. Это моя теория. Потому что вот у нас 4, да? 2, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 2. 2. Ну, то есть почему-то вот 2, 2, 2, 2, да, 4, 2, 2, 1, 1, да, 4, 2, 2, 2, 4, 1. И по логике должно быть либо сразу же после нее 4 карты, либо 2, 2, 4, либо 4,
Если они постараются, 4, 4, 4, было бы очень прекрасно. Но на это, я сомневаюсь в этом. Они же сейчас еще занимаются и экспедициями, то есть, ну, там, две игры. Я думаю, у них времени не столько много, как хотелось бы нам. Чтобы сделали нам контента. Но в SnowRunner очень хорошо развиты моды. Есть куча шикарных модовых регионов по 4 карты. И заданий там очень много. Нам хватит. Подожди. Ага. Ага. А мы тут ведь не это никак. Заедем, да? Заедет. Тихо, 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 тихо. А мне за что цепляться, да? Нет. Нет точек крепления. Он бы толкнул чуть-чуть, блин. Меняется, да? Ну тогда поехали, господи, тут. Тут. Туда свернем на дорогу. Так, 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 так. Блин, тут завал. Откуда? А как его? А можно как-то сделать его? А? Интересно. Так, ладно. Я, в общем, посмотрел, пошарил по контрактам. Нам нужно рельсы, рельсы, камни, камни выполнить. Потом откроется здесь поручение по расчистке завала. Но до этого нам еще очень далеко. Поэтому поехали, брат. Назад. Сюда направо. Так называется. Так, а вот этот карьер, что он? Да, ну, дорога ведет. А что в нем такого? Это раскопка, да? Ну, что-то ведь есть. Вот какое-то задание будет с этим связано. Интересно. Надо изучить этот вопрос. Едем, 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 далекое село, бревнами большими. И все, рифма пропала. Так, уже 20 минут, блин, нет, это муха, 20 минут.
Ну, сейчас тут нам возвращаться туда-сюда. Так, давай не получим. Поехали опять на автомате. Ускоряемся. Все-таки часто вот приятно поиграть не от третьего лица, где-то там сзади или машинка, а вот именно вот с кабины. Потому что кабины SnowRunner проработаны настолько хорошо, что визуально прям заебись, еще зеркала. То есть мы раньше хотели вот зеркала, когда мы играли в Spin Tires, хотели вот первый, ну, вид из кабины, зеркала, чтобы было это. Но зеркала сделали лишь только в Мадранере. И там, по сути, приборной панели не было. Там просто был вот менюшка такая вот на этом месте, там со спидометром и все. По факту там, ну, просто все черно было. Все черное, то есть только видно руль, зеркала и вот тут вот панелька такая. А здесь именно вот все графически, то есть не интерфейсом, а вот все нарисовано, все сделано, все шевелится, то есть все прекрасно. Ночью также все подсвечивается, загорается. Все фары и приборные панели также все должны подсвечиваться. Так, тут у нас что-то, какой-то брод, что ли. О, что-то, кстати, поручение есть. А, здесь у нас валяется... Кто? Яр валяется. Угу. Яр валяется, нужно его починить, походу. Да. Срезали. Монтер не помешал. То есть надо починить и вытащить. Ладно, потом обязательно займемся этим поручением. Данным поручением. Горло вот опять. Говорю, оно не проходит. Говорю, оно не проходит. Зараза. Так, нам сюда. Раком каким-то едем, неизвестно. Я хоть... А, мы здесь, я понял. Поворот не туда. Тут вроде ничего нету. Нам направо, да? Угу. Направо, поехали. Метров до поворота, 35 миль, но мы едем помедленнее, как бы тут 35 миль не получится, здесь дороги для этого нет. А здесь три части, здесь вода, тут вода. Ага, вот два. Только заданий всяких. Мы тут сюда не вылезем. Так, ну салон, да, проработка вообще. Отлично. Да. И вам такой сидишь, кайфуешь, смотришь, едешь. Остальная часть кабины это двигатель. По факту сидишь за тобой движок, который очень огромный. И также еще и топливный бак, типа.
Нет, топливный бак. Ну, вот это вот маленькая штучка. Вот эта маленькая штучка. Я не думаю, что она объемом 380 литров, потому что ее больше нет баков. Мне кажется, вот это отделение, вот это все, топливный бак. Скорее всего, так и есть. То есть вот этот двигатель, а вот здесь топливный бак. Вот это хер, это не 350 литров, вообще не рядом. То есть не стоит. Не 380, никак. Утайди там 330, там два бака огромных из других машин. То есть, ну, явно, что скрыто где-то. Не может такого быть. Это бачок максимум 0 литров на 40 может. Хотя может быть и на 300, учитывая габарит машины. То есть она же не маленькая. Факт, вот мы сидим, да? Вот чёрт. Ну, может быть, кстати, я не знаю, может быть. Но что-то кажется, что нет. У нас тут за окном вертолеты разлетались, которые экскурсионные пустили там что-то 40 тысяч за 15 минут с человека. Блять, постоянно над моим домом пролетает каждый день в одно и то же время вертолет. В одну и другую сторону, в одну и другую сторону. Кстати, вон, отсюда грозир не видать. Видите, они как сделали хорошо, то есть грозир не это другая карта, но при этом видно их. А саму АЭС-ку не видать? Саму АЭС-ку явно не видно. Так, здесь нам чего надо-то? Стоило бы разогнать... Явно высокая сетка, да? Давай я немножко вытяну. Блять, а что тут будет? Пиздец, а. Вытянул. Ладно, теперь с тобой привернем, потом тебя. Давай с тобой приедем. Доски были сделаны. Где? Мне нужно производство досок. Для выполнения всего остального. Буду смотреть, что делать дальше. Так, ага, правильно едем, все хорошо. Туда дорога, может там брод есть? Хотя, вряд. Ну давай повыше навтыкай. Навтыкается нахрена. Видим уже знакомые места. На обсерваторию вижу. Это как ночью выглядит регион? Фонарики горят.
Вот и вот приборная панелька подсвечена все. Ночью, конечно, да. Красиво, красиво ночью. Так, а следующий регион. О, следующая карта. Вот тут очень красиво, но это не ночь, это такой вечерок, закат. Ага. Фикс времени стоит. У нас фикс времени стоит 13 часов. Как уже красиво. Освещение от пар. Прекрасно, слушай. Так, ладно. День 13. Так. Ну что, поехали. Так, значит, сюда поедем. Проедем сюда, сюда, сюда. Чтобы не одинаково было. Задание, то, которое вот там завал был. То есть вот, рельсы, рельсы, камни, камни. Но это нужно выполнить город-призрак. Не едет поезд, запоздалый, то есть город-призрак. Точки посещать. Не едет поезд, не он там. Не едет поезд, запоздалый. Бытовку надо сделать. Где-то там. На заливе Панлайн, да? На две бытовки привезти. Металлические балки привезти. И запасные части привезти. Ебать. Ебать, каталась, охренеть. Тоже будем кататься. Ну ладно. Кататься так кататься. Хотя бы уже маршруты поменяются, то есть и карты поменяются, и ехать по другим местам. Потом вот это уже приедет дорога, одна и та же, туда-сюда. Надо немножко разбавлять краски. Сюда заруливаем. Угу. По тропинке. Залетаем по тропинке. Ванна все полетели грязью. Так, ползем, ползем, ползем. Мазик, давай. Надо будет потом ради эксперимента попробовать шины, сравнить шины стандартные и с дополнением.
Тихо-тихо, тут камон такой сюда. Главное не нырнуть глубоко. Отлично. Отлично, поехали. Опа, короткие бревна, хорошо. Эвакуируемся. Так, смотрим время, да? Угу. 37 минут. Так, давай посмотрим, что тут мы можем еще сделать. Небольшое одолжение. Бортовой полуприцеп. Так, притащить его вот сюда. Ну, давай возьмем. Для разнообразия немножечко. Так, возьмем низкое седло. Низкое седло есть. На тайге. Вот видишь, у тайги какие баки. 330 литров, да? Два бака. Огромных бака. Толстый. Вот тут вот, да, тут 330 литров. На мазе, блять, один какой-то маленький хуёвый стоит и... Непонятно, кстати, вот на этой тайге новые шины стоят. Посмотрим, как они себя ведут. Наверное, всяко лучше, чем арочные. Подлетаем, тихо. Кразик наш. Давай. Оп. Так, и по маршруту, по вот этому. Раз. Ой, грязи-то как много, а? Ты посмотри. Ну, шины. Эксперимент с шинами. Точнее, тест-драйв шин. Тащим прицеп. Я надеюсь, его нам награду не дадут, а то, блин, на еще один прицеп.
дополнительно. Так, эти пропеллеры работают. Ветрогенераторы, которые мы сделали части 4 назад. Огонь начинает оживать потихонечку. Так, сено валяется, стоги сена, блядь, походу их возить придется. Так, что мы едем? Едем. Нормально. Большое одолжение. Оп, все хорошо, его не дали награду. Повесе она нормальная, настоящая, да? Ну-ка, удалить груз. Но это как груз или... Нет, это не как груз. Так, понял, он просто как декор. Так, 14-й поворот. Что? Доставить к выезду в город? Так, это издалека. Ага. Сеновал в горах. Угу. Вот эти три сена нужно доставить сюда. Угу. Это с эвакуатором надо будет сделать. Да и Ярта тоже, кстати, надо будет на эвакуаторе. Просто приехать, забрать эвакуатором его. С платформой. Только не который вот закрывается, а который с платформой. Просто приехать его, захерачить его и потом починить. Так, завалено. У нас тут средние доски необходимы, которые есть на складе, которые будут здесь. Мы будем так. Раз. Раз. Теперь поставка специальный груз. Два контейнера, да? Ну, тоже можно будет легко сделать с краном. Да будет починка запасные части в зоне выгрузка склада. Круги ремонта. Неплохо. То есть сделать мы все можем. Все сможем. Хорошо. Так, ладненько. Тогда мы возвращаемся на сюда. И заканчиваем на этом. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Увидимся с вами на последней доставке коротких бревен, доски без бревен.